Предлагаешь наказать? Пацаны, здорово, а Виклик когда будет? Виклик когда будет? Бомбер. В смысле, ты Сука. меня вчера при... Чё? Ну да. Окей, сейчас. Бомбер, Что ебать. мой Ебать. ник? Сейчас в наркомании захожу, два вайда в одном рейде, блядь, вижу бомбомберы какие-то. Вроде не курил, ничего. Вот, наконец-то я тебя вижу в хорошем настроении. Видать, отпуск пошел на пользу, да? Ну, Сашка. Флупер не в дизе, сейчас я ему напишу. Ребят, вопрос к мужской половине. Если я меняю лампочку, но при этом горит свет, меня ёбнет? Блядь. Нет, оно заземлится. Там в лампочке стоит зануление. И заземление. Есть у кого-то начерталка? Да, на диску. Да. Есть начерталка у кого-то на твинах, может? Или загрузка? Мне надо на плечи чарку и на штаны чарку. Ну, блин, здесь у кого-то есть начерталка, нахуй я покупаю. Войд. Нет, у Хадира не топовая. Всех выкинул? Да, перед загрузком. У Хадиров, не топовая чарка на плечи. Но она хуже. Блять, Саммер, я тебе уже линковал, что ты заебываешь людей. Ну, заткнись, нахуй. Да заткнись, блядь. Так. Нужен видеогайд. Вот. Не всегда так. По бля, идее, я думал, а я думал, надо идти в электросети. Счетчик, что мне делать с выключателями? Лезь на стол, хули. Слушай. Поймал. Не, Войт, убивает. Если делали нормальную электрику, то плюс идет через включатель. То есть, когда включатель выключен, тебя не ударит. Ой, только. Блядь, не умничай, нихуя, слышишь? Да, правильно. Че ты умничаешь, блядь, я не пойму. Ну, если лохи делают, может и уебать. Просто неизвестно, как делали, нужно проверить. Знаешь, как проверить электричество? Знаешь, как проверить электричество? Два пальца в розетку ебашишь, и нормально. Не, не ведись, не ведись, у него хуй маленький. Блядь, Саммер, ты пиздишь, когда она начинает говорить, нахуй. Не, я просто, у меня просто дисканул и не пускают на сервере. Я не знаю, всех так или нет. Сколько тебе лет? Я надеюсь, ты не заплачешь. 12. Ебать, нахуй. Блин, я не серьезно. Сиськи, сиськи в ЛС сосушил. Алиса, смотри, твоя подруга пришла. Самая мелкая, блядь, тут. Охуенно. Мне 19, ты самая Алиса мелкая. Теперь себя мамкой чувствует. Блять, куда я зашел? Скоро грудью будешь кормить, блядь. Скоро грудью будешь кормить, Алиса. Ну да. Да, сложно быть неумным. Собрались дебилы, блядь, 25-летние, нахуй. Ну такая реакция на женщину, вообще жесть. В смысле 25-летние? Мне как бы 20. Дикари, пещера. Я ни разу живую женщину не видел, блядь, ты что вообще? Да как хули ты, блядь, с леса выбежал? Ты опять угличишь, нахуй.
Блять. Как начало немецкой порнухи, блять. Я буду Амсвар, блять. А ты будешь холиперист. Понимаю, блять. Можно потом видео, как вы орените, блять, фул. Спасибо. Или это там, наверное, будет с пометкой ЦП, наверное, блядь. За голду. На какую голду, блядь? Продайте воронок, блин. Вареник за голду? Не понял. Нет, видео. Да нет, я просто не ПВПш вообще. Хорошо. Если ты танк, то ты будешь первый. Турбо, ты слышал? Тебя не уважают, Турбо, Ливай, нахуй. Тебя на девочку променяли. Все, пиздец, блядь. Где царь, нахуй? Царь Ливай, блядь. Я все равно обычно не разговариваю в рейдах, так что... Это зря. Блин, вот почему Алиса разговаривает, а ты нет? Не, на самом деле просто... Я просто не знала, кому написать. Ты что, блядь, засмущал девочку? Ой, ты слышишь, она уже все, пиздец, уже щеки красные. Голосочек дрожит. И не только щеки. Ей 13, да? Но у нее униме на Ави. Понимаешь? Униме. Честно, без спецдовольства, да, у нее голос реально на лет 12, без обид. Нет, она просто аниме много смотрит. Конечно. Ну, идите, у тебя зеленые будут. У 12-летних девок в моей школе такой же голос примерно. Они орут просто на всю школу, сори. Ну да, хули. Дети зачатые под экстази, блядь. Еще у вас другой голос был. Десятка, короче, 284-я шмотка. Правильно? Ну да. Да не, я-то понял. Запускается, если что. Войт, а вопрос на засыпку. А осколок с Джайны, когда ее будут закрывать, тоже анрол? Я хочу анрол осколок с Джайны. Лучше задонать. В смысле нет, не понял. Как нет? Я не понял. Кого не понял? Не понял, кто-то сейчас говорит, я не пойму. Кто-то говорит, когда микрофон фонит у кого-то. Ладно, извини. Так. Ну это такая себе ачивка. Сука, мне бан дали нахуй на час. Пидоры ебаные. ГЦ. Тут девочка. А можно мне, типа, как замена? То есть ты слышала, Дипсот? Он, как бы, Ютуб выше тебя ставит. Я бы на твоем месте после этого замутил и не разговаривал бы с ним. Не, все. Не, все, Войд. Ты уже хуй отмоешься. Нет, нет. Фу, бля. А то я подумал, как что навсегда мне при входе пишет «навсегда забанен». Я такой, что? Бля, ты по-любому за пределы там болтаешься, там текстуры полета, они... Конец имеют.
Будет. А можно не давать мне ГП за то, что когда приедет доставщик с моей пиццей, я пойду и открою ему дверь? Спасибо. Типа, знаешь, под 10% можешь ГП дать мне? Не 100%, а 10%. Ну, типа, да. Ну, даже не 20. В смысле 20, блядь, не понял, на. 10, а не 20. Ты что за расценки у тебя, XD? Доставщик собрался. Почему он так долго? Нет. Почему? Ну, в смысле, пока я карточку оплачу, пока я заберу коробочку. Ну, это приложил и пошел нахуй. Жить дружно. Вот, а можно... Можно перед Гером, чтобы... Нет, нельзя. Будет просто. Нету анекдота. Давай ты скажешь моей любимой гильдии, чтобы они поспамили ДХМ. Я купил 3 воронки, я делал 2 куска Т5 на ХМ. Извини. Мне интересно. Девочку спугнул. Да. Все, блядь, до свидания. Она ливнула уже. Она мне в ПМ пишет, типа, что... Заебали, все орут в Дискорде. Вот, ну она мне написала другими словами, но смысл-то такой. Да, вот, минус тян. Вот, я шучу, блядь, не надо ей нахуй писать. Ебать ты, пиздун император. Пиздец, вот, теперь за каждую хуйню будешь там все это писать. Вот, не падай, блядь, в мои глаза. Прятался, я не виноват. Ты мне сейчас напоминаешь человека, который это в играх записывает видео, там. Летсплейщик такой, который атмосферу пытается накалять. Ой, это ты меня уже кикнул в спате, да? А можешь мне типа дать как за замену, Не, я не... Мне бан, сука, дали на час просто. Джованни, скажи мне еще раз, как называется чарка? Великое начертание, что там? Бля, когтиного тигра, по-моему. Когтя тигра? Да. Что-то там не то. Так тут 35 СПД и 20 крита, а у меня 34 СПД и 22 крита. Это другая чарка, видимо. Великое начертание, как тебе? Ну, а там 35, 20. Там описано. Всем привет. Хай. Здорово. Я уже понял, ой, назад. Гниди. Стремительный ПВЕ дракон. Ой, что ты курил, когда придумывал это? Челановскую травку. Стремительный ПВЕ дракон, это я.
Войд, пойдем 4 хила, да? А у вас лок в инсте? Да, уже стоит. Стоп, а как мы оказались на Никсе? Я же, блядь, за пределе летал. Сынок, вставай, ты обосрался. ГП настолько черный, что я его не вижу. Так их еще не дал. Захожу. Понимаю. Вот, а ты ИП, кстати, не дал за своевременное нахождение в рейде. Напоминаю тебе. Дай батон. Там на виклик не даются. В смысле? Ладно. Не понял. Я еще даже не стараюсь. Чего такие нервные, блядь, я не пойму. Зашел. А, ответь на вопрос, кстати. Вы решили, что по поводу хилов, то, что они забирают хилов и танков, что они забирают на офспек? Ой, блядь, на офспек. На мейн спек за 10%. Потом 5 КГП, по-моему, мастер говорил, как со спеком чисто. Просто я сейчас объясню ситуацию, которая была в, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом гире. Там, где Муса забрал эти брасы позже. Хотя он по факту ходит мейн спек хилом. А пусть определится, какой у него мейнспек, например, и, типа, ролит на него. Потому что это хуйня, блядь, что ролить одновременно и на хила, и на ДД. Это бред, блядь. Еще раз ты скажешь мейнспек, я блеванул. Мейнспек. Блюй.
этот человек должен ролить на один спек, выбранный в начале рейда. Смекаешь, о чем я? Если человек бесовый, и он ролит вот как царь. Вот как царь, вот он, блядь, бесовый, у него ШП по факту. Он ролит себе на хила. То есть разборок по поводу того, что он там что-то хочет, захотел забрать тринку с ЗС, я, честно говоря, не въехал. Но ролить одновременно на два спека, как на мейн спеке, оба, я этого не понимаю. Ну, почекай видосы, посмотри. Да какая возня, просто сделай правило, что ролить, блядь, только на один спек. И без вот этой вот 10-10%. Мне как бы в принципе похуй на нее абсолютно. Да после РТ соберемся, обсудим. Что там, кстати, от Тёмы, новостей нету никаких? Путина крупных я мелких собрала. На 10 часов. Моя доставка пришла, я сейчас подойду.
чувак. Ну, шел. Второй. Ну, хороший он портал. За доставкой же ваш. А с чего ты взял, что это портал? Ну, что-то быстро доставка приехала. Мы срезаемся вторым окном, резаем. На зум, принимай. Все, погнали в инсту мунить. Электрошама. Кажется, у нас появился охуенный Аршам. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тириона. Так, тормози. Кто танчит левого, а кто правого червя по фасту? Давай купим кислотку. Герои.
А все сейчас слышат сокот? Это Войд. Войд, да, под каблуком. Все слышат этот запах? Этот запах близкого мута. Я болею, не чувствую запах. Извини. На неделю. Расписание отличное. А я не соглашусь, мне завтрашний день не нравится. Есть пожелание, чтобы ты поменьше долбил траву, ну как бы, ну ладно. Бомбер. Кого поднимать? А, понял. Я как быстро понял. До сих пор рестить не можешь. Понятливый. Я только что понял, то, что у меня БР на КД. Лучше забрать. Перезайду в диспо быстрее, чуть не слышалось. Так точно. Короче, тебе скажу еще один плюс ходить в четверг в Геру. Если вы не закрываете фулл цел КХМ, у вас есть еще целая неделя, чтобы поставить КХМ в расписание. Надо промыть. Дискон. Сука, да. Плакать хочется. Приоритеты неправильные. Мы соотвлечем. От него нихера не падает. Лучше убить Келя. Нет, ДПС переставит в гильды. Ну, так у многих у нас падает. Есть куска. Им бы четвертый кусок, и ДПС у них повырастал бы. Шредер, я видел, забудь про свой Т5. Паладины его не носят.
Пока его не апнут, он бесполезный для ретриков. Так я не про себя говорю, я про других говорю. Варлоком, там, не знаю, ЭШП. Плюс зласта в воронки падают. Одна. Войт, у меня нормально со змеей вышло? Ну и слава. С какой змеей? Одноглазый? Очень смешно. Лен, ты теперь это Биг Мама тут. В каком смысле? Пиздец, Войт, мне кажется, она ливнёт за тебя. Да нет, пока не собиралась. Но всё может быть. Пока не надоел. Пока не собиралась, это неоднозначный ответ. Войд, она выложит фотки твоего змея в Дискорд. Мне было с... Кому было что-то скинуть, я могу. Я жила фоточку змея Войда в ПМ. Пошёл. Ужас! Да, Алиса, надо было добавить. Да. На самом деле, Войт, ваши отношения с Алисой были бы очень страстные, страшные, хотел сказать. Вот смотри, один секс и 8 лет ожидания. Представляешь вообще? Это просто самые невероятные отношения были бы. Еще про вас бы документальный, у вас бы документальный фильм про вас сняли бы. Как говорится, возраст просто цифра, тюрьма просто комната. Документальный я фильм, как Войда сделает девочкой на зоне за то, что он изнасиловал? Или Войд, как тебя жена терпит, мне интересно. Просто Мидвей, он обычно уезжает от нее на другую квартиру играть. А вот как ты с этим справляешься? Как? У него есть наручники, он пристегивает жену к батарее, говорит, я пошел играть. Настегивает по окончанию РТ. То есть пока все спят, ты такой говоришь, у меня 3 часа ночи, завалили и пизда. А дети? Как вы вообще видите? А на детей похуй. Подожди, а у тебя жена в ночную, а ты в день работаешь или ты не работаешь? Ты оболтус? Ну а как вы не видите, если ты в день, а в ночь? Они просто не терпят друг друга, я так понимаю. Ну там часочек. Ага. Она приходит с работы, да, а ты собираешься. А ты с красными глазами сидишь такой, ну шо, кофе будет? А я, пожалуй, выпью кружечку. Не, ну кофе не будешь, а косячок. Косячок-то ты точно будешь? Ты когда-нибудь считал, сколько чулан поставляет у нас травы? Я почитал, какой там, один из пунктов за анролл и сразу понял, про кого это. Проходим. Куда он у меня в УВК полетел, блядь? У меня взял с инста полетел на этом драконе. Третий отвечаю. Да я тоже лечу. Было только что. До свидания. А куда я, блядь, лечу?
Я тут ПВЕ дракон вот собрал. О, электрошар за мной летит. Скринбан. А я ставлю шар, и вы летаете вокруг сквозь пол. Я полетел в сторону Ульдуара куда. Блять, чувак, типа некачественную траву поставил. Он координаты пытается найти, а их нету. Он летит просто прямо. Так. Уйдите от шкафа. Нет, только тебя. Я тоже внизу. Ну чё, на одну бы может сразу, да? Должно быть. Сирус. У нас, блядь, лучшая работоспособность. Ты так не говори, то тебе дадут бан в ВК-группе с пометкой «Социальное поведение». Не шути так. Мне кажется, будет у тебя какое-то непредвзятое отношение ко мне. Не знаю. Ты очень много раз за рейд сказал мой никнейм. Это подозрительно. Неправда. А я считал. Мне панику вообще, блядь, редко довольно называют. Дайте человеку права, он в общалку написал. Это, видимо, какой-то парень, которого взяли сегодня. Дали права. Я тут уже месяц только что в Дискорд зашел. Соболезно. Так ты суммонили, сразу упали. Так еще раз суммон. Пацаны, кто может выгонить мне арену до 1500? Пожалуйста. Кто-нибудь? Никто. Иди китайцу на циркуль пиши. Не. Я захожу. Внизу. Так я принял суммон, меня засуммонила в инст и скинула канубу. А ну первый раз кидает, второй раз заебись. О, вернул обратно. Шреддера еще суммоните. Он там внизу валяется. Что происходит? Куда я лечу? Привет. Первый. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Стоп, а по-моему нельзя запустить или уже запустили? С опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания... Дай мне звезду.
А, все вижу. Который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героя Сатирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Раздумай, кто там. Вот, что ты гадзуешь на человека? Нажучится. Замел Войтушек, очевидно. Играется паладина. Не, попробуй. Ну, БДК танкам реально интересно играть. Скучно, пиздец. Учитывая спецнифку моей работы, это, видимо, у меня профессиональный. Хм, было бы интересно, может быть, станешь с Холеом. Бэр? Вот это твои дети орут или это Улен? Нет, дети. Улен, чего это мои дети? И в рейдер смог отойти. Запускаем, да?
Бля, я пол рейда разговаривал, блядь, сам с собой. Там башмаки ролил флупера, если что. Шкуру снимите, кто там? Ну, походу, да. Даже заметил. Флупера нахуй ролил сладкие башмаки. Да, не заметил. Так, снапулы как хотите, чтобы, блядь, не сорвалось. Кто на Джаре? Путаница? Вот и хочет на Джаре. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джарацус, эретарский повелитель Пылающего Легиона! Вот от кости! Это обычка. Рейда и не прошли, да? Они таунтятся? Инферналы? Да. Можешь их ХП-шками отрезать. Ой, турбо. Чуть левее, там больше людей стоит. У кого аура коня стоит? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться. Тише, успокойтесь. Ну, у нас три паладина. Ну там до сих пор мне нету каски. До сих пор нет каски. Я вижу на себе аж 8%. Ну, у меня тоже 8%. Что, я ее и дал, потому что нет каски второй рейд. И аура коня висела. Я сейчас нахуй дам вам паладина ГП. Я не буду писать там то, что ребят, там каску на тебя. Просто ГП нахуй дам сразу и все. Ха-ха. Может, это не он. А, всем паладину. Чтобы язык коня делал. Ебанул отдельное ГП 1000. Пошел ты пиздец. Дредер, кинь кулак. О, гарема кони включен. Гарема, почему рот в коне? Может, Дредер, поменяешь? Кулак, Дредер, кулак, плиз. Пафнешь кулак, снимут ГП. Я открою секрет, когда я играл паладином, никогда не было проблем таких. Это о том, что у ребят нет полипауэра на паладине.
Это говорит о том, что они не супер-паладины, супер-неопытные. Я без полипауэра играл. Первый раз паладином играл и всегда бафал все. О чем ты говоришь? Я по рейду говорю, что ауры стоят неправильно. Ну, кому ты это говоришь? Давай уточним. Всем паладинам я поставил на антифайер. Стоит ретро-аура, стоит конь-аура. Ладно, что это? Ладно, смотри. Ты что бафал? Каски? НП5. Отлично. Паладины что бафали? Я лично корону бафал. Что турбо ее 8% вешал, да? Когда вы... Гайд для паладинов. Копили. Когда вы приходите в рейд, смотрите, сколько паладинов. Пишите в ПМ друг другу. Розовые классы одинаковые. Ты бафай это, я там хочу это бафать. Ну ладно, окей. Нет бафов, ГП, все. Так, а квадрат... что такое ГП? Сейчас... Что такое ГП? Ник свой скажи. Вот что такое ГП. Значит, квадрат утя. Ромбик. А, этот, кто он? Путаница. Как танчить, знаешь? Ну, если ты объяснишь, буду знать. Темная власть, хватка смерти, оковы. Просто от лида его увести где-нибудь в уголочке, да? Да, подальше от рейда. Подальше. Все понятно. Кто тебе вместе можешь ставить просто, чтобы легче было? Что хочешь ставить, чтобы легче было? Тути можешь поставить рядом. Блин, как пишет. Так. Этого дурака я освободил, то что знаю. Так, так, так. Танк еще один, кто может спекнуться, плюс рейд. У Шреддера есть. Неправда. В смысле после второго убийства Лича будет отменено ГП за шмот с таких ридов, как ЦЛК и РС-25 оп? А как же Чешка? А что Чешка? Мы этого дотика пить будем. Надо не после второго, а хотя бы... Давайте обо всей этой хуйне после рейда поговорим. Я так понимаю, вы нихуя не догоняете, да, что Уэйд ждет, пока кто-то спекнется в танка? Ну, вреда, мы вреда, типа... Вреда. Мы сейчас еще 40 минут будем сидеть, блядь, ждать. Все, вреда распекнулся, гоу. Вреда. Ебать, у тебя шмот, на, слушай, ты в танком будешь. Ну. Ой, ты тут? Нет, Лорей, ты все-таки ошибся. Ф чат, бля. А где? В чем? Он не ждал, просто отошел. Хотя вот. Да не, это не Даниил Рей говорил. Так это не я говорю. А. Сумер, ты что ли? Так, значит, да. Это самое. Первого мы убиваем звезду, как обычно, чернокнижник. Второго ханта, кружок. А Шреддер, танчишь, крест, ромбик, путаница, квадрат утя, треугольник я.
Мзум, Луну контролишь, три знания, три страха. Череп — это хулипал, его нужно контролить. Контролит Флупер, два мага, император, раздавака. Все свои контроли отдавайте, чтобы череп всегда был в контроле. Так, значит, когда убьете звезду, скажете об этом. Ну, после звезды кружок там, я думаю, вы не затупите. Принимаем готовность. Поехали. Беги, малышка, беги! Танки отходим к треугольнику. Всех своих магов ведем в одно место, чтобы помогать друг другу таунтами. Если вы не будете этого делать, то будет вакханалия происходить. Привет, народ! Привет. Здорово. Собираемся. Сколько сейчас времени по войне? По серверу. Собираемся в треугольник. Ты бы лучше не держал его назад, а пошел подальше. Так, а где Рон? Путаница, ты тут? Да. Притягивай свой ромбик по возможности к треугольнику на эту сторону. Притяжка катится, притягивай. Так, кто-то из двух танков, квадрата и крестика, заберите треугольник с меня, пойду заберу ромбик. Вот, молодец. Далее ослепление, обождите. Вы убили звезду и кружок. Вы убили звезду и кружок. Да, убили, да, да. Звезду и кружок. Бейте что там, череп. Что следует? Чё, блядь, опять? Бля, ебаный сервер. А я сейчас мастерски хотел ромбик к танкам подвести, рабулям, ну ладно. Я им сейчас, блядь, форм выебу. Это поставки, нахуй. Да, блядь, за час три дисконнекта, пиздец. Нет, ну просто дисконнектить, блядь, четверг, сука, а не вчера, а позавчера, это вообще ёбан. Ладно, успокойтесь, идите, умойтесь и налейте себе чай. Две минуты. Войд, место есть на Виклик? Нету, фул. А второй Виклик будет? Завтра. Я календарь перевернул. И снова 3 сентября. Ой, ты бы знал. А, Диптот тебе уже скинул фотку, что ли? Или что? Блять, Войт, ты еще, сука, свои частушки начни записывать.
О, Оля, я знаю, что тебе надо показать. Блядь, член. Не позорь. А, я думал, ты сейчас этот блокнот свой скинешь. Что у тебя за горе? Что-то вы уже договорились о поставках с админами? Сказали, слишком нет, маленький нет. Левел. Сказали, пятую карту не пустит. Да это хуйня. А как же все истории про маленьких, которые проносили топ-контент? Дети Дождя, например, Люрки из Дурки, Рыцари Темного Пива. А ты слыхал про юного протовара, который смог? Ну так я тебе расскажу. Жил да был юный протовар воин. Вот однажды он пошел вагоном в ЦЛК 10 ОП. Юному протовару было дано задание не умереть от тычки тухлопуза. Надо ли говорить про трэш целка, который бил по 50к? Думаешь, это остановило юного протовара? Да черта с два, он танчил себе и танчил. Даже когда у него кровь пошла из глаз от ДПС и ХПС в рекаунте. Думаешь, это остановило юного протовара? Правильно. Он танчил и танчил дальше. И все бы ничего. Да Близзард дали Личу способность осквернения. И как раз когда юный протовар танчил Лича... Бам! Лужа в центре! Кругом кровавое месиво, тела разбросаны. И тут откуда-то выползает Лимон без обеих трень. Ему больно, он подползает и говорит мне такой: «Войд, я не чувствую своего ХП». А я ему: «Лимон, у тебя его нет!» Гляжу, перс у него дергается, быстро-быстро, вот так. Я говорю: «Лимон, до ближайшей трини еще 9к ОД. Если не можешь нафармить ОД и купить ключ, значит тебе пиздец». И тут вдруг отовсюду резается трэш на синдре, прямо во время трая. А у меня из прожимок один блок щитом. Но делать-то нечего, надо танковать. Умри, падла! Протовар Войд Дефендер Войдович живым не сдается! В смысле пиарит канал?
Ничего я не пиарю. Как так вообще? Как вам такие мысли в голову приходят? Блин, было бы что пиарить. Там, блин, на каждом видео, наверное, по одному просмотру. Ну, ё-моё. Там из года... Там сам рекорд видео, по-моему, 10 кто-то посмотрел. Да нет, там... там есть. Да мне пофиг, можешь вообще, я не знаю, просто видос посмотрела и все. А зачем мне накручивать? Не надо ничего накручивать. Ну ты вообще, короче. Блять, он еще не зайдет на этот сервер. Ну я зашел. Император, мы вопрос, заходите. Вой, там можешь поставить метку такую светящуюся, куда надо будет ромбик подвести? Потому что что-то я не увидел треугольничек, куда надо было тащить, поэтому затупил. О, присоединяемся к Роге в чат. Чек на пол. Это бан, блядь. Все другие могут выйти, босс, еще посмотрим. Вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь чемпионам вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас. Это я, кстати. Орду! Это трап. Я так и знал, что есть подвох. Я могу даже это подтвердить, но я не буду. Я так и знал, что есть подвох в этом милом голосе. Дисконнект? Но лагает ужасно вообще. Ну, сейчас опять будет старт. Нет. Да хуй с ним уже, пошли убью.
Смотри, короче, ты его притягиваешь и сразу даешь отколочку. Сразу говори, кого следующего после кружка. Череп? И контрольте череп. Креспа. Божественный щит. Диспел фера, пожалуйста. Если не дисконь. А это да. Скучно было, пиздец. А мне понравилось, я музычку слушал. Ой, это на прошлой неделе тоже ты вел в игре? То есть ты это... Путаница, не убегай. Экспериментируй. Хил сам подойдет. Ром, всегда так хреново агрится? Они все хреново агрятся. Потому что я не так, когда все равно, блин, бегать придел. Тема диспел. Утонница, бери белый баф, короче, и танчишь черную. Это Эдис, победитель тьмы, погибель тьмы. Если хочешь, можешь забрать. Кого? Нет.
По-моему... Что видишь на выборе? Это что за подстава была? Войд, Эйдис погибель тьмы начинает читать заклинание темная воронка, перетечение к темной сущности. Ты нас всех обманул. На Войд Нубас. Нужно темную могу набирать. Вот сейчас белую. Так. Просто сейчас хилы хорошие. Пока босс запускается, я отойду на 2 минуты прям срочно. Запускать или пропадет лут? Это смена цвета пишет? У меня пишет именно, какой цвет брать. А я теперь оруженосец кинжалов. Ладно. Давайте зерганем, сколько там гера, когда я вообще... Труба, что за прикол? Почему МК слетела? Умирал. Ты умирал? Угу. Что значит не успеем? Как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем... Войд, давай зерганем. ...и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь и... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут... По Войду баф, хождение по воде. Я хотел, но приста сейчас скинуть. Я тут надо будет пауков, одного паука в лужу брать и ставить. То есть агришь паука и бежишь там, где лужа, ставишь его там и бьешь, танчишь там. Чего, с полу геру дадим, переведем или не успеем? Не успеем, кстати. Давай попробуем. Кстати, давай попробуем. Главное, чтоб агро это удержали. А кто каски дает? Кому лично кое-что сказать надо? Это место станет важным.
Мы пока не определились. Проблема, я не вижу лужи, у меня полосы. Пакших нет. Я не про сферу. Ты танчишь одного, мама. Иначе не... Потому что у меня там идет его. Одного, да, забери. Потому что чуть-чуть не хватило. От меня в ДД не было. Не, я в ретрике. Так, а чё ты? Типа, я просто автоатаку дал, он на мне. Император, живи. Живёшь?